Основная задача, как рассказал губернатор региона, все время повышать уровень сервиса курортов Краснодарского края. Нелегальные гостиницы предоставить достойных условий туристам не могут. Кроме подготовки соответствующей инфраструктуры, решаем проблемы с черными ательерами, которые ни безопасность, ни качественный отдых туристам обеспечить не могут. Кроме того, они не платят налоги. Поэтому совместными усилиями муниципалитетов, полиции, налоговой и миграционной службы ведем борьбу с такими горе-ательерами, проводим постоянный мониторинг курортных территорий. В прошлом году выявили около 100 объектов с признаками нецелевого использования участков, когда на земле под индивидуальное жилое строительство возводятся гостевые дома. Итогом таких мониторингов становятся трудовые договоры, которые заключают предприниматели, чтобы официально зарегистрировать свой бизнес. Напомню, что в прошлом году курорты Краснодарского края приняли более 17 миллионов туристов.